хоровом училище имени Свешникова, где музыкантов развивают очень всесторонне. И он сейчас выступит не только как пианист, но и как певец. И исполнит он романс своего отца Мамеда Гусейнова на стихи Расула Гамзатова «Цветы, как дети в колыбели». Почему Расул Гамзатов? Поэт был достаточно тесно связан с творческой интеллигенцией Туркменистана, в частности с художниками. Его другом был Иззат Кылычев, который очень часто знакомил Гамзатова с произведениями своих коллег. И особенно поэту запали в душу работы Дурды Байрамова. И вот как раз стихи «Цветы, как дети в колыбели» навеяны именно его образами, в том и, соответственно, туркменской тематике. И Мамед Гусейнов возвращает образы Дурды Байрамова туркменскому народу. Солист Дарья Гусейнов, партия фортепиано, автор.